Тема нашей беседы сегодняшней – древнерусская народность, этническая основа трех восточнославянских народов – украинцев, русских и белорусов. Если бы мы эту тему проговаривали в советское время, то мы бы употребили термин «Древняя Русь – колыбель трех братских народов». К сожалению, после распада Советского Союза этот тезис подвергся сомнениям, иногда даже иронии, совершенно неоправданной, поскольку на постдревнерусском пространстве образовалось три независимых восточнославянских государства, то каждое государство и в большей степени, естественно, историки заботились тем, как бы найти свои этнические корни, соответствия нынешним реалиям еще в древние времена. Оказалось, что вот древнерусское общее культурное наследие оказалось разорванным и разнесенным по нынешним частным квартирам Украины, России и Белоруссии. В Украине озаботились поиском украинцев в древнерусское время, в Белоруссии – белорусов. Не минула сия чаша и историографию российскую. И поэтому как бы вот этот постулат, эта аксиома, что Древняя Русь – это общая основа трех восточнославянских народов, она как бы начала размываться. Ответом на эту тенденцию, с моей стороны, было написание книги «Древнерусская народность» и создание такого древа, родословного древа, на котором я показал, как слагалась, как развивалась древнерусская народность. Древо это представляет собой, естественно, виртуальное, но вполне реальное, с корнями, со стволом и с ветвями. И корни – это восточнославянские племена. Восточнославянские племена 6-9 веков. Летописец в «Повести временных лет» дает широкую такую этнографическую картину предгосударственного периода. Он перечисляет все восточнославянские племена от полян на юге до славян на севере, на Новгородщине, от дулебов в Прикарпатье и до вятичей в Волговском Междуречье. Всего их примерно 12. Это крупные племенные объединения, которые уже имели свои центры управления, такие предгородские. Археология их хорошо знает. И вот летописец, изображая такую картину восточнославянского расселения, говорит, что все они говорили на славянском языке. А когда переходит к характеристике окружения, описывая Мордву, Мерь, Весь, Литву, Латгалу, и другие народности, он говорит,
а все суть иные языцы. Поэтому вот это восточнославянское расселение, оно было связано с расселением таких совершенно культурно и в языковом отношении родственных племен. Они были названы по местам своего обитания, по речкам, по лесам, там, по другим признакам, но все это восточные славяне. Вот эта восточнославянская такая общность, достаточно крупная, славяне раскинулись в пределах Восточной Европы практически на 1,5 миллиона квадратных километров. Эта восточнославянская общность в IX веке начала консолидироваться в единое государственное образование. Единое государственное образование получило название «Русь». В летописи впервые упоминается это слово в 852 году. Летописец замечает, что начиншу император Михаил царствовать и начиша прозывать и русская земля. Вот летописец увязал начало истории древнерусского государства вот с временем императора византийского Михаила III, 851 год. В процессе консолидации восточнославянских племен, восточнославянского массива, образовывалась древнерусская народность. Ну, мы знаем, что на Руси было летописание. Создавались летописи в Киеве, в Чернигове, во Владимире на Клязьме, в Новгороде. И практически все эти летописи написаны на общедревнерусском литературном языке, который имеет основой своей церковнославянский язык и также общий. Но что поразительно, что не только вот эти большие летописные произведения свидетельствуют об общности языковой, но также и граффити на стенах соборов, на стенах Софии Новгородской, на стенах Софии Киевской. Я подобрал 10 надписей из Софии Новгородской, из Софии Киевской и попросил лингвистов, исследователей определить, какая из Новгорода, какая из Киева. Они не смогли это сделать, потому что принципиальных различий не было. В основном это был один и тот же древнерусский язык, который также являлся мощной, может быть, даже главной скрепой древнерусской народности. Николай Иванович Костомаров, наш историограф выдающийся, говорил, что язык сообщил славянам единство и общность, и что он был консолидирующим таким элементом древнерусской этнической общности. Но ведь не только язык, культура вся была единой от Новгорода до Киева и от Карпат до Волговского Междуречья. Это удивительно. Вот в X-XIII веках культура совершенно идентична. Это проявлялось во всем: в домостроительстве, в обычной материальной культуре, это в строительстве соборов от Владимира Волынского до Владимира на Клязьме. Я как-то на одной из конференций предложил сделать такой эксперимент. Археологические материалы одного года, раскопочного года, выложить на один общий стол длинный и перемешать их. А потом предложить специалистам по Руси рассортировать их по городам и весям. И если это не те люди, которые раскапывали и которые помнят, где эти вещи найдены, а просто специалист, справиться с этой задачей невозможно. До того это
все едино, все очень близко. Мы даже думаем, что многие вещи вышли из киевских мастерских, может быть, из мастерских Чернигова, Новгорода, а потом разошлись по всей стране, а потом поднялось ремесло и прикладное искусство на местах. И все это чрезвычайно близко и родственно. Что касается элементов единства древнерусской народности, то был еще один элемент – это экономические связи, торговые связи. Мы, археологи, это очень хорошо знают, мы, раскапывая и находя артефакты X-XIII веков, мы можем четко определить, как осуществлялись эти торговые связи между землями, между городами. Мы знаем, что купеческие дворы киевские были в Новгороде, новгородские в Киеве. Мы знаем, как новгородские купцы ездили в Переяслав Южный. Ну и это не только на основании письменных источников, но и на основании археологических артефактов. Поэтому вот, кроме вот этих скреп, ну, можно сказать, таких идеологически державных, были и скрепы чисто экономические. Русь представляла собой единое экономическое пространство с очень четкими, с очень развитыми торговыми связями. Мы знаем по летописи, как постепенно консолидировался север и юг. На севере было образование государственное, которым правил Рюрик, и на юге, в котором княжили Аскольд и Дир. В 882 году эти государственные крупные объединения слились в одну структуру под водительством сначала князя Олега, а потом Игоря. И таким образом пошла править и начала править на Руси династия Рюриковичей, князей Рюриковичей. Это такая особенность развития древнерусского государства, которое представляло собой вот такую огромную федерацию, семейно-родовую федерацию, когда в Киеве на великокняжеском столе сидит великий князь, а во всех землях правят его непосредственные родственники. Ну, при Владимире Святославиче, как сказано в летописи, все 12 его сынов были отправлены княжить вот в удельные столицы. Удельные столицы – это Новгород, это Ростов, это Смоленск, это Переяслав, это Галич, ну и так дальше. И вот в продолжении всего древнерусского периода этот княжеский род был такой мощной скрепой восточнославянского древнерусского единства государственного, но в том числе и этнического. Эти князья осознавали себя единым целым. Когда черниговские князья претендовали на Киев, править в Киеве, а киевские князья, а это все-то родственники были, братья, двоюродные братья, киевские Мономаховичи, черниговские Ольговичи, и то киевские Мономаховичи говорят: ну зачем вам Киев, у вас есть свой Новгород, и в Киев оставьте нам. Черниговские князья сказали знаменитую фразу, что мы есть не угри, не ляхови, но едино есть мы деда-внуци, и сколько вам до Киева, столько и нам до Киева. Вот осознание того, что род этот единый, и что они все порфирородные, и все достойны сидеть на великокняжеском столе, вот это прошло через всю историю Древней Руси.
И характерно, что первый князь в Киев пришел из Рюриковичей, из Новгорода, это Олег. И предмонгольское время последние князья были великими киевскими князьями. Это Ярослав Всеволодович и это Александр Ярославович Невский. Вот как бы замкнулась эта история. И, естественно, вот этот княжий род был очень надежной такой скрепой древнерусского единства. Но был еще один элемент нашего единства, единства наших пращуров в древнерусское время. Это единство веры, единство религии. В 988 году Русь приняла крещение. Это было величайшее событие в жизни восточнославянского государства и одна из важнейших таких консолидирующих скреп единства и государственного, и народного, национально-этнического. Проникновение в восточнославянский мир христианства было постепенным и длительным. Мы знаем, что еще во времена Аскольда и Дира, это 860-е годы, какая-то часть дружины приняла крещение, и об этом писал византийский патриарх, константинопольский патриарх Фотий, что русы, горделивые и независимые, приняли крещение и теперь исповедуют нашу веру. После этого крещение приняла княгиня Ольга, которая в 955 году совершила такой визит межгосударственный, дипломатический в Константинополь, была принята императором Константином и патриархом, и также была там крещена в православную веру. И даже проповедовала эту веру на Руси и стала раноапостольной. Но окончательно на государственном уровне православие, константинопольская греческая вера у нас утвердилась после того, как Владимир Святославич принял это крещение на государственном уровне, также совершив поход на Корсунь, Херсонес, часть нынешнего Севастополя. Там к нему прислали Порфиророзну принцессу Анну, он там обвенчался с ней и там принял крещение. И вот с этого времени, с конца X века, Русь как бы вошла в византийское содружество православных стран. Ну вот. И дальше Русь постепенно покрылась такой мощной сетью приходов, монастырей и епархий, и оставалась православной страной. В Киеве был митрополит Киевский и всея Руси. А вот это огромное пространство, полуторамиллионно-квадратное, покрылась приходами и епархиями. Ко времени монголо-татарского нашествия на Руси было приблизительно 16 епископий, которые управлялись из Киева. Киев был поставщиком кадров в эти епархии. По свидетельству епископа Симона Владимира Суздальского, только из Киево-Печерской лавры вышло около 50 священников, которые стали епископами в удельных княжествах. Это очень все было четко связано. Мы знаем, что из Новгорода епископ посылался в Перемышль, а потом возвращался снова в Новгород. Вот это церковное управление и вероисповедание православное, оно также связывало вот эту нашу этническую древнерусскую общность в одно целое. По существу, в древнерусское время православный и русский были синонимами.
Даже если бы вдруг оказалось, что у нас не было единства государственного управленческого, княжеского, то Русь была бы единым целым, и древнерусская народность также, благодаря церковному единству. Я проследил, как понимали наши древние пращуры свою родину. Было ли в них понятие отечества? И оказалось, что было. Не только на уровне элиты, но и на уровне более простого люда. Когда мы читаем «Повесть временных лет» или другие летописи, то мы видим, как летописец изображает вот эту широкую картину исторического развития русского государства, древнерусского государства. У него практически нет других определений, кроме Руси. Вот у него Русь есть большая, Русь в широком значении этого слова, и Русь маленькая, Русь в узком значении этого слова. Это, собственно, Киевщина, откуда все пошло в государственное управление. Знаменитое слово полку Игореве, написанное в 1185-187 годах, оно также показывает, что для автора слова полку Игореве Русь представляется таким единым целым. Несмотря на то, что поход в степь был организованный сравнительно небольшим удельным княжеством Новгород-Сиверским, и Игорь оттуда пошел на Полоцев, Новгород-Сиверского княжества как родины для Игоря нет. Для Игоря родина – это Русь. Он идет защищать Русь, и когда его полки прошли границу между Русью и степью, в Соломлении там были такие горы невысокие, то летописец восклицает: «О, Русь, уже за Шеломянем еси, уже за горами ты осталась там». Когда Игорь потерпел поражение, и полки его полегли на полях битвы, на Каяле, то летописец восклицает: «Жирною тугою они взошли по русской земле». Вот образ русской земли – это общее понятие. А когда Игорь Святославич возвращается из плена Половецкого на Русь, то ликует вся Русь, и летописец восклицает, что страны рады, грады веселы. Поэтому вот это понятие Руси как единого целого, как общей родины для всех восточных славян, оно очень четко отражено в литературных произведениях. Это же понятие и также четко отражено в былинах древнерусских. Былины древнерусские воспевают русских богатырей, Алёшу Поповича, Илью Муромца, Никулу Селяниновича. Это вот такие былинные богатыри, обобщенные, которые действуют вне времени и пространства, но все они призваны защищать свою родину, святую Русь, как существует термин в былинах. Написав книгу о древнерусской народности, я показал, что вплоть до монголо-татарского нашествия древнерусская народность оставалась очень такой консолидированной общностью, имевшую все признаки, которые характеризуют народность. Это и общая территория, это и общее правление, общее государственное управление. Это общая культура, причем вот это понятие
и древнерусская этническая общность, они даже пережили катастрофу монголо-татарского нашествия. Мы это знаем по произведениям, которые были позже. Причем на Русь как единое целое и на русский люд как общность единую смотрели ведь не только сами русичи, но и те люди и те страны, которые их окружали. Когда татаро-монголы покорили Русь, и русские князья должны были ездить в ставку Батыя, в ставку ханов, за ярлыком, то ханы выдавали ярлык на старейшинство во всем русском языке, во всем русском населении. Ярослав Всеволодович и Александр Ярославич, они получали вот этот титул главы над всеми русскими, древнерусскими, естественно, землями. Поэтому древнерусская народность была очень такой стабильной.